Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного салата доводим до кипения 1,5 литра воды, добавляем половину чайной ложки соли, 2 лавровых листика, 3 горошины душистого перца и пол чайной ложки смеси перца. Опускаем в кипящую воду 2 небольшие тушки хека, предварительно очистив их от чешуи, внутренностей и черных пленок. Вес рыбы 300 грамм. Доводим до кипения и после закипания убавляем огонь до умеренного. Варим рыбу 30 минут. Затем вынимаем рыбку и даем остыть. Рыбу можно сварить с вечера. Тем временем займемся остальными ингредиентами блюда. Один небольшой репчатый лук нарезаем мелким кубиком. Чтобы лучок не горчил, в миску вливаем 1 чайную ложку 6% яблочного уксуса. Добавляем половину чайной ложки сахара и треть чайной ложки соли. Вливаем 200 мл горячей воды. Перемешиваем. Опускаем лук в маринад. Перемешиваем и оставляем на 5 минут. Тем временем очищаем одну отваренную до готовности в мундире картошку и нарезаем некрупным кубиком. Я для красоты использую рельефный нож. Боже, как вкусно! Невероятный, знаменитый, очень вкусный салат. Любимый салат моей семьи. Беру свеклу и готовлю гениальный салат из свеклы за 5 минут. Очень часто готовлю салат из буряка этой зимой. Прекрасный рецепт из простых и доступных продуктов на скорую руку. Можно подать как в будний день, так и к праздничному столу. Витаминный салат из свеклы – идеальный рецепт свекольного салата. Дешево и полезно для правильного и здорового питания. Улетный салат съедят за минуту. Отправляем картошку в миску. Также нам понадобится 2 небольшие отваренные до готовности свеклы. Свеклу очищаем. Овощи можно сварить с вечера. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и делитесь, пожалуйста, своим опытом, какой салат из свеклы любимый в вашей семье. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь свеклу нарезаем некрупным кубиком. Добавляем свеклу к картошке. Хек остыл. Отделяем кости. Обязательно удаляем плавники. По желанию удаляем кожу. Разделяем рыбку на небольшие кусочки.
Добавляем хек в салат. Теперь лук откидываем на сито, даем стечь воде и добавляем в салат. Также нам понадобятся маринованные огурцы 75 грамм. Огурцы нарезаем не крупным кубиком. Добавляем огурцы в салат. Также для свежести добавляем в салат зелень. У меня сегодня пол пучка петрушки и несколько стеблей зеленого лука. Мелко нарезаем зелень, добавляем в салат. Добавляем черный перец по вкусу. Приготовим заправку. Нам понадобится 1 столовая ложка майонеза, 1 столовая ложка французского соуса с горчицей, 1 столовая ложка сметаны и 1 столовая ложка несладкого густого йогурта. Добавляем 1 десертную ложку французской горчицы в зернах. Перемешиваем. Заправка готова, заправляем ею салат. Хорошенько перемешиваем салат и даем ему настояться полчаса-час в холодильнике. Великолепный салат из свеклы на скорую руку готов. Подаем к столу. Перед подачей посыпаем зеленью. Очень вкусный зимний салат из привычных продуктов. Готовится элементарно, а получается оригинальным, сочным и сытным. Если вы не знали, что приготовить из свеклы, этот рецепт просто находка. Удивила всех своих гостей. Прекрасная идея на обед или ужин, для всей семьи на каждый день или на праздничный стол. Салат из обычной свеклы еще никогда не был так вкусен. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.